Работы во дворе 60-го и 68-го домов на Морском бульваре подходят к завершению. В то, что вид из окон может так кардинально измениться, люди до последнего не могли поверить. То, что мы спланировали, это все свершилось. Я говорю, что неожиданно. Для нас, жителей, это было неожиданно. Люди очень многие не верили в то, что это все произойдет. Но когда вот это все строительство началось, мы очень благодарны городу. Двор теперь больше напоминает современный парк. Громадную территорию разбили на несколько зон отдыха. Будут беседки, площадка для сушки белья, стоянка для машин, место для отдыха пожилых людей. Здесь решили не только сберечь старые деревья, но и использовать их в качестве навеса. Вокруг ствола соорудили вот такую круглую скамейку. Есть место и для детворы. А чтобы песок оставался чистым, установили закрывающуюся песочницу. Кроме того, городской голова поручил подрядчикам привести в порядок ливневку, чтобы дома не подтапливало. Подобные изменения скоро коснутся и 53-го дома на улице Киевской. Здесь еще не видно общей концепции, но двор будет обустроен в средиземноморском стиле. Открытые беседки, скамейки вокруг деревьев и мощеные площадки. Скоро таких дворов в Мариуполе будет много, обещают представители Фонда развития Мариуполя и городской голова. Изначально планировали 100 дворов. По факту мы видим, что уже сейчас 177 дворов в целом нужно делать в городе. И активных жителей еще, которые готовы на себя взять ответственность и создав ОСМД, мы не можем не выполнить свои обещания. Будем делать, и в следующем году этот проект будет реализовываться. Программа «Уютный двор» работает не для всех дворов Мариуполя. Это подарок тем жителям, которые рискнули и создали в этом году общество совладельцев многоквартирных домов. Ольга Беспалова, Виктор Зубенко. Информационная программа «Зеркало».